Продолжаем гулять на карантине. Продолжаем радоваться, что живем не в городе. Да, Марча? В какой-нибудь двухкомнатной квартире. Марча, вперед! Еще мы радуемся, что у нас лес прямо за домом. Это очень большая радость, конкретная такая. Вот. Карантиним, по сути, в одиночестве. Кроме птиц никого тут не встретишь. Ну, может, мышь пробежит по полю. Поле тоже вот, пожалуйста. Гуляй, не хочу. Правда, я и не хочу. Нам хватит и леса лесного. Марча сейчас найдет себе палочку. Вчера он целое бревно притащил из лесу. Вернее, мы несли по очереди с ним. И у нас на участке лежит. Сейчас еще присмотрит. Да, Марча? Где палочка? Ищи. Марча, где же палочка? Где же она, где? Все не то. Все палочки не те. Что-то в деревне собаки разорались. Странно. Ого, ничего себе, шмель пролетел. Все, Марч, весна, красна. Вот. Даже не смотри в сторону деревни. Вперед, иди. Не твоего дела. Давай, давай. Смотрит. Здесь вот что-то какие-то люди ходили 2 дня по полю. Неизвестно с какой целью. Надеюсь, сегодня их не будет. Иначе у них будет разрыв сердца. Вот. Хотя нет. Ну-ка, проверим Марча на знание команд. Ко мне! Вот, вроде как бежит моя собака. Сядь, раз пришел. Сел, раз пришел. Ах ты, молодец. Молодец, гуляй. Вперед пошел. Марча. Марча, нет. Деревня манит и манит. Марча, пошли. И Марча продолжает путь. Вот. Вот такие у нас дела. Время карантина. Все, всем спасибо. До свидания.